В этот раз свое творчество представили около 400 умельцев из всех районов Кубани, а также гости из Ставрополя и Адыгеи. Они демонстрировали не только готовые изделия, но и на глазах у собравшихся создавали произведения искусства. Посмотреть на работы кубанских мастеров и поздравить их пришли губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Как отметил глава региона, эти выставки помогают сохранить традиции и обычаи и передать их следующим поколениям. Можно по-разному относиться к тому, что мы сегодня делаем. Есть скептики, которые говорят, но это нужно, не нужно. Кстати, пусть они говорят. Не понимая или не обладая просто элементарным видением процессов, которые сегодня происходят только в крае, в стране, в мире. Что такое ремесло? Ремесло – это связь поколений. Очень важно, чтобы эта связь никогда не прерывалась. А ремесло – это есть элемент культуры. И если мы сегодня пойдем навстречу этим скептикам и откажемся от нашего ремесла, мы откажемся от нашей культуры. А если мы откажемся от нашей культуры, значит, другая культура будет на нашей Кубани. Не дай Бог. Все взаимосвязано. Нельзя ничего выкинуть из этого колеса народной жизни. Этот день ждут наши ремесленники, ждут наши творческие люди, потому что им интересно показать свой товар, свое умение не только покупателю, но и сравниться с такими же профессионалами, как они, посмотреть, насколько они преуспевают. Я думаю, что это проведение вот таких мероприятий способствует дальнейшему развитию таланта, творчества и, знаете, дружбы тоже. На ярмарке выбрали 30 лучших мастеров. Из рук главы региона и председателя ЗСК народные умельцы получили медали и почетные грамоты.